друзья. И опять звонок из серии «Нам позвонили». В детском садике номер 25, столбовая, бездомная собака родила под навесом щенят. Мы сказали, что мы приедем, но нас не дождались и собаку выкинули на обочину возле дороги. Сейчас мы едем, чтобы быстрее, чтобы успеть. Друзья, хотелось бы уточнить одну вещь, одно пояснение. Приют «Лохматая душа» – это частный приют. У нас нет ни тендеров, ни договоров. Администрация нам не помогает. Вот такой выезд на звонки граждан мы проводим по собственной инициативе, потому что не можем отказать. Но мы не всесильны, и выезжать по каждому звонку у нас не получается. Даже если животное родило у вас на территории, и вам оно не нужно, или оно вам мешает, дождитесь, пока приедет зоозащита, если вы с ней уже созвонились. Лишний час от того, что животное побудет у вас на территории, погоды не сделает, а человечности вам добавит. Бог судья всем людям, кто вышвыривает мам и детей. Ну что, приготовили переноску, пеленки. Все, едем за мамой с детками. Это Чеховский район, Столбовая. Так, ну что, мы приехали. Подъезжаем. Вон, женщина нас встречает, сейчас покажет, где. Так, друзья, мы приехали. Вот, там детский садик. И вот сюда собаку вынесли вместе с детками. Галочка, спасибо вам огромное. Сейчас я ее вытащу. Сейчас. Я и воды ей принесла. Смотрите, сколько деток-то? 8. Ой, боже ж ты мой. 8 деток. 8 деток. 8. Бози. Маму я вытащила. Так, сейчас я маму вытащу. Давайте. Пойдем, моя хорошая. Она сейчас пойдет. Сейчас. Девочка вот. Моя, пойдем. Иди, иди, она пойдет. Иди, мой хороший, скорее. Ты мой хороший, ну, пошла за... Да, с детками пойду, скажи, да. Иди, иди. Ребят, перехватите сразу. Иди, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Иди сюда. Вали, помоги. Так, собираем ее. Отлично, все, посадили маму, прекрасно. Так, мальчики, тихо, 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 осторожно, грузим, не пугаем ее. Хорошо выглядит. Тихо, мои дети. Девочка, не бойся. Все, потихонечку, ребят. Несем. Ну, берем. Давайте. Пошли. Чтобы мама не нервничала. Я еще хочу сказать, Галь. Дай Бог, чтобы вот так вот в жизни у нас встречалось как можно больше добрых, хороших, настоящих людей. Галя, вы чудесная мама. Вы своим примером просто детям показываете, что такое доброта. Я всем сердцем благодарю вас и уверена, все мои подписчики, все-все-все скажут вам огромное спасибо за то, что вы не остались равнодушными. Ребята, доброго вам здоровья, растите, мама у вас чудесная. Спасибо вам большое. Все, сейчас только доедем до приюта, солнышко, и мы тебя поместим. Ты хорошая моя. Все, детки с тобой. Главное, чтобы не задавить. Ну, все нормально. Поехали, ребята.
Этой маме повезло. Друзья, но сколько их сейчас по разным ямам, углам, зарослям. Я прошу вас, люди, просто прошу, вспомните, что мы люди. Давайте будем милосердными. Добра вам всем.